в турнире принимают участие команда Чеченской Республики, команда Карачаево-Черкесской Республики, команда спортивного клуба «Слава», команда спортивного клуба «Юность России», команда Академии борьбы, команда Калмыцкого государственного университета имени Басана Вадминовича Гордовикова, команда поселка Яшкуй, команда поселка Комсомольский, команда поселка Троицкая, команда поселка Артезиан, команда поселка Чилгир и команда Лаганского района. Друзья!